Битва титанов. На поле сошлись нижегородские полицейские, сотрудники ФСБ Нижегородской области, ФСБ России и работники нижегородского правительства. Играли в волейбол. Для каждой команды победа была делом чести. Письмо пришло к нам, приглашение буквально несколько дней назад. Собрали команду окончательно буквально вчера, сегодня выехали. Так что никакой подготовки не было. Грязь лицом, надеюсь, не ударит, будут бороться, сопротивляться. Просто они помоложе, а мы постарше. И за счет этого мы смогли победить. К сожалению, у нас не приехал самый главный игрок, это Александр Иванович Федотов, генерал-полковник. Так бы он просто усилил бы нашу команду, мы бы еще быстрее бы выиграли. Команда правительства области 2-3 раза в неделю играет в волейбол. Волейбол в правительстве очень любят. Закончился сезон зимний, сейчас все перейдем на улицу, на пляжный волейбол. В таком составе тренируемся довольно долго, уже лет 15-20, из, как говорится, из класса в класс переходя, из одного возраста в другой. То у нас возраст был 40, потом 50, потом 60, вот у некоторых у нас будет 3 игрока было в возрасте 70+. У нас средний возраст команды, которая была сегодня, где-то, значит, 65-67. Девиз нашей команды и нашего клуба – главная победа – это победа над собой. А когда выходишь с таким девизом, какой бы соперник против тебя ни был, ты все равно знаешь, если ты победишь себя, это будет главная победа. И после этого получается так, что мы не только себя побеждаем, но и соперников. Неважно какого возраста, неважно какого мастерства, и неважно выиграем мы или проиграем, в этот раз мы все равно победим.